Всем здорово! Сегодня у нас очень приятный день, потому что мы приехали на почтовую сразу не кататься, а куда? На субботник, потому что нужно взять и почистить стены. Ребята сейчас этим занимаются, получается очень неплохо. Правда, разводы не знаем, как убрать, но надеюсь, что все получится. Потом, само собой, покатаемся, покайфуем, поврываемся. И, кстати, посмотрите, кто мой оператор. У него одна нога, и он в олдскуле. Ваня, это ты? Нет, я не Ваня. Я Руслан. Я приехал, короче, заебался сидеть дома, пиздец заебался, и приехал что-то типа поснимать, качественный контент поработать. Чтобы вы понимали, Руслан ездит на Uber, а я на метро. Не, ну я не могу. Я закидываю на Uber, а сам на метро катаюсь. Ну типа вы видите. Такая вот такая ситуация, да, такое бывает. На самом деле я бы лучше, не знаю, хоть пешком ходил бы, если бы мог, на почтовую. Вот каждый день ходил бы там 3 или 4 километра. Что ты можешь, тебе вон оттуда всего лишь идти. Не, я говорю, если бы мне было как бы там, где здание. Что? Если бы было 2 целых дней, я бы лучше пешком ходил, чем на Uber катался. Кстати, спонсор уборки 1xbet, у которых самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые надежные выплаты и самые профессиональные сотрудники. А также, введя мой промокод BALDOS по ссылке в описании, при регистрации вы получите бонус до 6500 рублей, на который вы можете даже на уборку потратить. Или на растворители. Или на растворители. Вот так вот, все с уборкой связано. О, седанен, да? Все. А, это он на вечер ставил. Да. Привет всем. Привет. Все, мики-бомики. Чикимони. Baby Basket. Йоу, Ладос. Сейчас фишай надену, чтобы да, чтобы подходить. Фишай на фишай. Нормальную пизду кусту. Да. Что ты, как нога? Да, бля, нормально, но вот сейчас, типа, у меня срастаются мышцы, мне их, типа, порезали во время операции, я чувствую просто, как у меня какая-то херня по ноге катается, как-то валиком, знаешь, туда-сюда. Прикольное ощущение, но это хорошо, это значит, что мышцы срастаются. И еще, короче, под разрезом, я вот сейчас себя трогаю, я не чувствую вообще касаний. Серьезно? Ну, серьезно, у меня просто, типа, видимо, ну, он как кожа мертвая, короче. Да, то есть, ну, из-за разреза, там, да, операцию делали, там, видимо, то ли нервные волокна минус, то ли мышцы минус, то ли вообще все минус, я не знаю, такие дела. Ну, вроде как нормально будет, и шрам на всю ногу такой. Ух ты ж, как бы я хотел сделать флип, мне сказали, о, блядь, мини и последнюю. Давай последнюю попыточку, давай. Потому что, насколько я знаю, мне поступила информация, что это со Skate 4, короче, рендеры, где ты клип делал. Так он еще не вышел. Не, это типа намонтировали, короче, да. Так почему? Не, он вышел, но типа так, для прошников, короче. Чтобы можно было свои трюки там а делать, зачем короче, ты палец? Монтировать. А это инсайды, это все инсайды. Так, какой клип? Я ебал? Не сегодня. Забыл, все. Через 2 года ждите следующий клип. С 3, давай с 3. Я не могу, а? Давай с 3 клип. Да нет. This money done got a nigga like me in trouble. I made a nigga hate to leave me dead, they would love to. Mommy thought I walked up out that door, I should have hugged you. Who's my real friend? Seems I'm living in a bubble. Fuck crying like a bitch, nigga get your fucking fire on. Got me blowing hot. Ну все, не постанова, типа, умею. Не Skate 4. Ну, типа... Ну кто знает? В смысле, кто знает? Ты ж видел. Почтовая в Skate 4. Так ты ж видел. Ты ж видел клип. Вот свидетели есть. Буду в суде свидетельствовать, короче. Илья, клип был? Естественно. Сколько ты ему заплатил за это? Я ему не платил. А Мак откуда он взял? Я тебе на утро. Откуда чел взял еду из Мака на почтовую? Он просто Big Spin не сделал. If you ain't getting stepped on, no heat, that's like a cop without his vest on. He buggin', constantly duggin', we ain't showin' no lovin'. Ice grillin' and sluggin', face the repercussion. Niggas stomach is touchin', it's real, not for nothin'. Keep fakin' and frontin', you know it's gonna be somethin'. They say you live and you learn.
learn. Be burned, heavily burned, with streets of music merge. Niggas coming at me sideways, nigga get your hammer and let's do this the right way for real. We pop. Хорош, хорош. Показывай, что у тебя там. Тыки ебаные, смотри. Я просто доску повернул в сторону, чтобы не помешать никому. Надо контриковой еще не пять. Градиент, блядь, модный. Мой батсбор, короче. Ролики, блядь, самокат и панибор. Don't go get a dope. Got a 4-4 on me, put your ass in the mug. You peace talk with your pistol, I send niggas to get you. 10 grand, they hit you, the shells will show you. Split you, four spots, drop gun in the stash. Box, get your bitch ass, shots not in the round. Yeah, yeah, the flow so hot, they say I got it. Lock, hold on a second, homie, let's get this clear. The wrist stay, rock, the Ruger stay cock. I hope you smoke a lot, cause I supply the weed spot. Пизда, человеки. Сильно? Я этого, если что, не почувствовал, только сейчас только заметил. А как рука? Рука более-менее. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это, я могу. Чё, блядь? Я не знаю, когда, но я треснул доску. Блядь, старый. Короче, типа, сейчас еще неприятная тема для разговора. Как вы знаете, видосики у меня каждый день выходят. Но активности толком нет. Просмотры как бы есть, а активности с этих просмотров не так много, как хотелось бы. Я для вас стараюсь. Мы тут поднимаем скейтбординг с колен в Украине и России. В России нет, конечно, но в Украине так точно. Я хочу, чтобы вы поддерживали эту всю тему, ставили ваши лайки, либо дизлайки, комментарии. Ну, я не просто так это говорю, потому что, ну, блин, реально, я стараюсь, снимаю для вас everyday. Вам нравится, но... Даже меня заставил мало выйти, блядь, без ноги. Да, даже Руслана контент. Заставил выйти. Ну ладно, не заставлял, он с ангелетом. Сам, блядь, снимал только что именно 2 часа без остановки. И чтобы вы понимали, за 2 часа мы сняли контента где-то на сколько? На минуты 2. Чувак, ну серьезно. Типа скейтбординг — это невероятно тяжкий контент именно. Ну, блин, каждый день выходишь пахать. Ну, понятное дело, иногда я отдыхаю, типа... летсплей по Skate 3 и экспериментирую с форматами. Понятное дело, некоторые форматы могут вам не заходить, но, типа, ребят, я стараюсь, не сижу на месте. Ну, даже Руслан, блин, не сидит на месте, я его заставил выйти, выкатить на Uber. Потому что реально неприятно, мало того, что галочку у канала убрали, потому что там у Ютуба новые правила. Так еще я смотрю, он топит канал, и я очень не хочу, чтобы мой канал пострадал, я наоборот хочу, чтобы он развивался. Классно, когда у нас Польша, согласитесь. Солдос контент, с вас лайк. Да, с меня контент, с вас лайк, либо дизлайк, типа, вообще пофиг, типа, главная активность. И комментарий, потому что, ну, ребят, давайте. И под каждым видосом, пожалуйста, даже если он вам не понравился, можете написать, типа, говно ебаное и тому подобное. Руслан, мы в говне, бетон в говне. Почтовая в говне, доска в говне. Доска треснула, чувак, когда? Я не понимаю, когда доска треснула. Ну, видимо, когда ты не увозил флип. Возможно. Ты его жестко садил в центр? Походу, вот это когда была, типа, когда вот так. Вот, да-да-да, возможно, кстати, когда в центр типа, садил. Ну, трещина незначительная, вот, по центру доски вообще хуйня. Ну, неприятно, скажем смешной. Так. Подписываемся на канал, оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии, всем пока!